До нашої студії сьогодні завітала ініціативна група креативного простору «Понтон» та її члени Юрій Ковиньов та Світлана Сичова. Вітаємо вас у нашій студії. Доброе утро. Анонсували нашим телеглядачам, що будемо говорити про реконструкцію занедбаних ділянок нашого міста. Вам слово, розказуйте про свій проект і чому йому варто приділити увагу. Проект родился действительно спонтанно. Мы с нашими коллегами, с инициативной группой проводили одну акцию в нашем славном городе. Называлась она «Я люблю Николаев». И спрашивали у жителей, за что, собственно, любят наш город. И много жителей мы услышали... Ну, критику, что, ну, в принципе, кто-то недоволен, кто-то доволен, были и, ну, нейтрально настроенные, не любят, и ну, как-то не было никаких реакций. И мы решили, что мы хотим сделать такой проект, который назвали «Креативное пространство Понтон», чтобы это был один из объектов, куда приходили люди, общались, собирались, чтобы там были арт-объекты, которые, ну, говорили о любви к нашему городу. Ну и просто это был такой небольшой объект, где, ну, собственно, и мы, инициативная группа, и все жители, которые поддерживают этот проект, вложили свою частичку, свою душу, и эта любовь распространялась и дальше, и вокруг тоже создавались такие объекты. Я думаю, что это благородная цель для того, чтобы сделать, чтобы люди любили наше место, чтобы оно стало еще яскравейшим, еще гарнейшим. Яку ділянку вы обрали для реконструкции и что вы решили сделать? И взагалі, расскажите про вашу инициативную группу. Это такие ребята, очень крутые. Мы как бы собрались в рамках достаточно классного тренинга, и вот в рамках этого тренинга мы вот организовали вот этот вот проект. Я думаю, что городу Николаеву нужно вот такая вот какая-то, чтобы разбудить нас, наш город спящий такой, немножко вот показать, да, вот, чтобы показать, вот, что действительно изменения есть, они постепенно, да, маленькие, но шаг за шагом они идут, вот. Что касается вот этого места, я думаю, что это место достаточно, оно историческое, и оно, так как мы его видим, так как дизайнеры это все, да, нам представили, это достаточно, ну, классное место будет, и оно как бы, мы совместим и историю, и добавим, да, свое, и покажем, что, да, мы любим Николаев, и, ребят, ну, мы все любим Николаев, мы живем в этом городе, это наше родное место, да, это наше гнездышко, давайте просыпаться и делать его лучше, вот, это та цель, которую мы несем вот людям. Я думаю, що варто переглянути зараз фотографії з проекту, щоб ви прокоментували, і наші телеглядачі дійсно дізналися, як зараз виглядає ця ділянка і що ви плануєте у проєкті у майбутньому. Дивимось та коментуємо. Да, это участок, когда ещё не было субботника. На этих выходных мы провели субботник и почистили полностью наш участок. Это планируется сделать такие арт-объекты. Это сцена будет у нас. Ну, глобальная, не знаю, успеем ли мы это сделать. Вот это арт-объект «Я люблю Николаев», то есть, ну, это то, что у меня душа горит за этот объект. Показан участок был на фотографии, который мы будем облагораживать. Ну, неспроста выбрали это место, потому что это является историческим, это, ну, место, откуда... Ну, это стена завода заложилась еще исторически, то есть самые, ну, первые места, где ходили наши предки, и, собственно, отсюда мы и хотим, ну, начинать возрождать и, ну, прививать любовь. Давайте детальніше поговоримо про ваші плани. Ми бачимо, що буде створено багато арт-об'єктів, буде створена сцена. Розкажіть про це детальніше. Этот участок будет разделен на три зоны. Первая зона – это большая сцена, где будет проходить, планируем, что будут проходить массовые концерты, где будут собираться, ну, все жители города. Немножко дальше, посерединке, будет маленькая сцена, где будут проходить там творческие вечера, какие-то посиделки. Какие-то так гитарой. Популярнее в нашем, да, месте. Да. И, ну, вот как раз там мы планируем, что будет сбор молодежи, не только, и все гуляющие на вид на реку, и просто проводить хорошо время в романтической обстановке. Ну и следующая часть – это уже ближе к
к набережной, к пляжу, зона отдыха. То есть там будут и, как мы видели, стульчики с поддонов, и всякие пуфики, и интересные арт-объекты. Ну, вот, то, что, в принципе, не тяжело сделать, но очень прикольно смотрится. Реалізація проєкту вже має свій старт, вже пройшов суботник. Розкажіть про це, хто приєднався і що вже зроблено. Суботник был, да, вот в субботу мы собрались, ребята, ну, то есть наша команда 24 человека, плюс, ну, мы приглашали людей, да, 72 человека 72 участвовало в нашем человека, субботнике. да, было действительно классно, то есть у нас там и музыка была, да, и ребята, то есть и шутили в то время, когда убирали, да, то есть это вот то, что когда ты чувствуешь, что ты единый целое, да, вы командой можете сделать там, ну, субботник это мелочь, да, по сравнению, когда ты чувствуешь, что ты можешь сделать вместе, да, командой. Вот, это то, что мы сделали. Еще мы планируем, да, кроме Юра не добавил то, что стена там есть фреска историческая, мы хотим ее восстановить. И вот эта часть, где стена завода, мы хотим туда, ну, как бы мурал, ну, как бы маленькое, да, что-то, то есть его закрасить стену и там нарисовать. Вот, ребята, вот уже как бы там все рассчитали, что нужно, сколько всего нужно на стену, то есть сейчас мы приступаем к стене, вот, это то, что уже планируется вот в ближайшее время делаться. Дуже багато зроблено, багато ще має бути зроблено. Хотілося б дізнатися, за чиєї допомоги і чи можуть приєднатися до вас небайдужі миколаївці, які хочуть допомогти реконструювати цю ділянку. Да, собственно, мы как раз и призываем всех, чтобы поддержали наш проект и, ну, не стояли, то есть, чтобы мы вместе, чем больше нас будет, тем больше мы сможем сделать красиво для нашего города. Поэтому мы, как инициативная группа, ходим всем, рассказываем, приглашаем, просим помочь всем, чем можем, да, кто-то может помочь финансово, кто-то может материалами, кто-то может просто прийти на субботник и помочь физически. Поэтому приглашаем всех. Как нас найти? Можно найти, у нас есть группа «Город для людей» в Фейсбуке, там есть реквизиты, куда можно отправить, ну, какие-то средства или просто увидеть мероприятия, которые у нас будут проходить, анонсы, которые мы там выставляем. Поэтому присоединяйтесь, друзья, потому что делаем мы это для всех, для города нашего любимого, для всех жителей, чтобы каждый нашел себя там и просто радовался, что он живет в таком красивом городе, с таким объектом, и сделал частичку вклада в его реализацию. А ось фінальний термін реалізації проекту у вас вже запланований, чи ви ще не бачите, коли буде Нет, у фінал? нас есть дата, это 6 октября, когда у нас Зовсім будет, скоро вже. да, Да. когда у нас будет открытие нашей площадки. И сроки поджимают, мы специально поставили очень сжатые сроки, чтобы никто не расслаблялся, чтобы каждый понимал, что времени очень мало, и много еще нужно всего сделать. И поэтому у каждого эта дата все ближе и ближе, и каждый пытается как можно быстрее вспомнить каких-то друзей, партнеров, кому можно прийти, пообщаться, кто чем может помочь. И поэтому и мы уверены, что 6 как раз октября всех мы приглашаем, жителей тоже уже анонсируем на открытие нашего креативного пространства «Понтон». Но чтобы мы как можно больше всего сделали, нам нужна ваша тоже поддержка, друзья. Понтон було створено зовсім нещодавно для того, щоб реалізувати даний проект. А ось мені цікаво, чи є у вас плани на наступні якісь проекти, тому що 100% ви не сидите на місці і вже є якісь думки, що ви ще плануєте зробити. Ну, мы планируем, что вот как раз с этого объекта начнется разрастаться деятельность и, ну, в дальнейшем, возможно, если городские власти нас поддержат, возможно, капитально будет строительство склона, в планах сделать там скамеечки, разукрасить лестницу нашу, лестницу тоже сделать там большой мурал. Ну и, в принципе,
Мы хотим показать всем жителям, что нету ничего невозможного. То есть можно просто сидеть с друзьями, пришла идея, реализовать ее, и чтобы также каждый реализовал свои задумки, свои цели какие-то, облагораживал город, ну, в своем участке, в своем дворе. И вот как раз с этого мы и хотим начать, чтобы каждый понимав, що ні, нічого невозможного, головне захотіти. Друзі, ви активні, ви натхненні, і дійсно по вашим справам бачимо, що немає для вас недосяжних цілей, маєте все реалізувати. А ось люди, у яких є свої також креативні ідеї, чи можуть доєднатися до вашої ініціативної групи, надати якісь свої ідеї, якісь свої думки і працювати разом з вами у команді? Конечно, мы всех приглашаем, мы действительно хотим увидеть людей активных, которые хотят менять, да, город, хотят менять там какое-то место, да, себя и так далее. Поэтому всех желающих, ребят, просыпайтесь, мы все рады видеть каждого из вас, да, только давайте, приходите. То есть нас можно найти, есть сайт «Николаев город для людей», да, там абсолютно можно, да, все свои идеи, какие есть, ребята, все доброжелательные, все абсолютно прекрасно поддерживают друг друга. То есть есть идеи, пожалуйста, обращайтесь, да, вот есть сайт, выкладывайте свои идеи, да, либо обращайтесь к нам, да, вот там. Да, вот, можно найти нас, да, и просто предложить, проблем. и мы скажем, поддержим. Когда мы собираемся. Ну, ближайшая встреча будет сегодня в 12 на том же месте, где мы будем обсуждать, ну, дорабатывать, делать предложения. А ось це я пропоную ще раз проанонсувати нашим телеглядачам місце, час, де можна зібратися, поспілкуватися з вами і, можливо, навіть допомогти вам у чомусь. Друзі, ближайшая встреча буде сьогодні в 12 дня в креативному пространстві «Пантон», це возле пішохідного моста. Поэтому присоединяйтесь, ждем с вашими идеями, с вашей помощью. И просто приходите, чтобы поддержать нас и вдохновить еще на какие-то идеи. Ну а также по понедельникам в 7 утра мы тоже собираемся. И ждем вас также с идеями. Приходите, ждем. Дякуємо вам, друзі. Сподіваємось, що вже 6 жовтня ми будемо анонсувати відкриття нового простору у нашому місті і будемо вітати вас з тим, що усі ваші заплановані ідеї реалізувалися. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні в нашій студії завітали Юрій Ковеньов та Світлана Сичова, ініціативна група креативного простору «Пантон». Нашим гостям ми кажемо дякуємо, що сьогодні завітали Спасибо до большое. Нашої студії.